столица Азербайджана, одной из 15 республик Советского Союза. Это город контрастов, где тяжелая индустрия, большая химия, нефтяные промыслы удивительно сочетаются со своеобразной красотой внешнего облика. Проходят годы, сменяются поколения, и каждая из них своим трудом, мыслью, сердцем создает неповторимый образ города. Дата его рождения – 10 век. Каменная летопись продолжает говорить, когда умолкают легенды и песни. Замечательные памятники седой древности отражают едва ли не все периоды азербайджанского средневекового зодчества. Эти каменные плиты, недавно найденные на дне Каспия, еще не разгаданные следы ушедших поколений. Старый город. Он постепенно становится своеобразным историческим музеем. А там, где когда-то у крепостных стен бушевали морские волны, течет жизнь большого трудового города.
вечно будет гореть огонь на братской могиле 26 бакинских комиссаров, погибших за счастливое сегодня нашего народа. Баку растет с каждым днем. Уже сейчас он насчитывает более миллиона жителей, занимая четвертое место в стране. Нефтяные камни. Так называется легендарный город на сваях, вросших в дно Каспийского моря и протянувшийся более чем на 200 километров. Нефть в Азербайджане добывали еще во времена Александра Македонского. В начале нынешнего века Баку давал половину мировой добычи нефти. И сейчас это один из крупнейших нефтяных центров. Самые богатые месторождения лежат на дне моря. Здесь живут люди, сделавшие романтический трудовой подвиг своими буднями. Они не только добывают нефть, но и отдыхают, развлекаются. На город опустилась ночь. В этот час дома и проспекты, бульвары и мачты судов приобретают необычные и по-новому прекрасные очертания. Прошедший день похож на вчерашний и завтрашний. Впрочем, нет, завтра он будет уже другим.